Уже довольно долго поклонники серии ждут анонса Mortal Kombat 12. Несмотря на то, что студия NetherRealm Studios не спешит с этим событием, недавно у игроков появилась надежда на то, что анонс состоится уже в августе. В сети появлялась информация, что на грядущем чемпионате EVO 2022, который пройдет с 5 по 7 августа в Лас-Вегасе, посвященном компьютерным файтингам, игроков ждут различного рода сюрпризы от разных студий, включая и NetherRealm Studios. Поклонники уже было обрадовались, однако в дело вмешался креативный директор студии Эд Бун. У себя на странице в социальной сети Эд Бун оставил сообщение, в котором говорится, что разработчики Mortal Kombat, а также другие студии, готовят анонсы. Креативный директор NetherRealm Studios написал следующее: «Кроме разработчиков Mortal Kombat, извиняюсь, пользователи сети, ожидавшие наконец-то увидеть анонс игры Mortal Kombat 12, оказались очень сильно разочарованы. Они начали оставлять сообщения со своим негодованием по поводу того, как сильно студия NetherRealm Studios затягивает с анонсом. Стоит отметить, что прошлая игра Mortal Kombat 11 вышла уже более 3 лет назад, в апреле 2019 года. Файтинг Mortal Kombat 12 до сих пор не анонсирован. Однако, несмотря на негодование фанатов по поводу отсутствия анонса, согласно многочисленным слухам, студия NetherRealm Studios работает именно над Mortal Kombat 12, а потому рано или поздно игроки дождутся анонса. Choose your destiny. Flawless victory.